Точность и расчет до миллиметров – это овалки деревьев. Конкурс на лучшего вальщика леса накануне прошел в Алаторе. Лес пилили, щепки летели. Подробности в следующем материале. Попасть в ворота – так по-футбольному определяется цель для спиленного дерева. Траектория падения должна быть заранее выверена. Если ты убьешь этот центральный кол, будет ноль. И отклонение, каждый сантиметр отклонения – минус одну очку. Максимальное количество 660, и от него уже, можно сказать, считают, и получается, как свалишь, так посчитает. Многое зависит от расчета, важен каждый миллиметр. Когда запиливаешь на кол, убираешь клин, делаешь задний запил. Все надрезы на пеньке тщательно замеряют и заносят в протокол. Конкуренция серьезная. 23 профессиональных лесоруба из Чувашии, Мариэл, Карелии, Московской и Нижегородской областей. За упражнением «Валка леса» следуют не менее сложные испытания. Уже в Алаторе на площади перед администрацией лесорубы приступают к сборке пилы на время, комбинированной раскрежевке, точному распиливанию и обрезке сучьев. У нас большая часть спелых и перестроечных эксплуатационных лесов находится в труднодоступной местности, где использовать лесозаготовительные машины невозможно. Эти леса естественные, часто имеют в своем составе очень крупные деревья, недостаточные для валки машинами. Именно поэтому профессия вальщика востребована. России вальщики нужны. Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший вальщик леса» в Чувашии провели в 11-й раз. В этом году его приурочили к чемпионату России среди вальщиков леса «Лесоруб 2018», который пройдет в сентябре в столице Урала. Ирина Волкова, Юрий Спиридонов, Валерий Рюзюков. Республика.